разгаре, солнце светит, яркие краски, жарко. И мы, конечно, с вами хотим наслаждаться, как сделать свой интерьер еще красочнее, как получить максимум от этого лета. Мы представляем эксклюзивную коллекцию роскошных штор, которые сегодня получили самую максимальную скидку. Ну а представит эти комплекты наш дизайнер. Это Юлия Колосова, 15 лет работает в индустрии дизайна, украшения дома, интерьеров и дает нам советы в эфире. Спасибо, Оленька, добро пожаловать в самую уютную рубрику на телеканале Шоп-н-Шоу, рубрику «Дом». И сегодня специальное предложение дня. Это эксклюзивная коллекция роскошных, мягких, легких, воздушных портьер, специальная летняя коллекция для вас, дорогие. Ваш дом будет сиять свежестью и красотой с этой коллекцией. Олечка, такие шторы не только могут облагородить интерьер, не только смогут его преобразить, но мы с вами сегодня еще и поговорим о том, как скорректировать пространство с помощью дизайнерских рисунков. Конечно же, тяжелых портьер не предлагаю. Это лето, хочется воздуха, свежести, чтобы было меньше пыли в доме. Именно поэтому палисатиновая коллекция. Именно этот материал выбрали мы для этой коллекции. Он нежный, он приятный при этом, он очень прочный, малозапыляемый, добротный и практически не выцветает. Шторная лента пришита, поэтому вам легко будет повесить портьеры и собрать их в сборку, которая вам понравится, подстроить под размер вашего окна. Главной особенностью этой коллекции, я скажу это сразу, является расширенный размер, увеличенная ширина портьеры. Мы видим эту невероятную красоту и то, что вы видите сирень на белом и все другие оттенки. Это будет вот так, 2,15 ширины. Посмотрите, это 4,30 ткани на вашем окне, то есть подойдет на большое окно. Ну что ж, вот, например, у моей подруги новая квартира, огромные окна, вот оно, то, что нужно для таких решений, ну и для тех, кто любит красивую сборочку богатую. У нас одна цена, у нас есть несколько дизайнов расцветок на выбор, широкие два полотна, а штор вы получаете, и вот он графитовый цвет, ну какой благородный, насыщенный сапфир и потон. Это коричневый оттенок. Здесь у нас и рыжие вкрапления, и шоколад. Вот этот мне очень нравится. Он молочный, нежный, освежающий, а розовый. Посмотрите, какая прелесть. Еще и дамасский узор. Олечка, очень красивый вензель, да еще и на розовом. Цвет, снимающий агрессию. Белый цвет, который будет увеличивать пространство и дарить вам круглый год летнее настроение. Бежевый, классический. Мы еще раз вернулись на красивую итальянскую мозаику. Этот цвет отличается от всех из коллекции. Очень красивое сочетание оттенков мока, капучино, шоколада и благородного топаза. Очень красивая коллекция, будто платье от кутюр на вашем окне. И каждая индивидуально продумана, да, каждая коллекционная вещь. Это очень приятно. Ну и, конечно же, у нас с вами замечательный комплект. Две штуки Вау! В комплекте с портьерами. И это главное предложение только этого часа. Вы получаете дизайнерскую подборку портьер расширенного широкого полотна двух портьер на шторной линии за 1499 рублей. Только представьте, сейчас погонный метр такой ткани будет стоить уже дороже, а мы приготовили для вас готовое убранство. Давайте выбирать дизайн, расцветки, еще раз покажем, какая ширина, просто невероятная. Да, Олечка, давайте обратим внимание на расцветки. Бежевый вариант сейчас в наших руках. Выбирает его те, кто любит оттенки нейтральные, базовые, универсальные. Их легко встраивать в интерьер. Но я вам обещала, что мы сегодня еще скорректируем пространство. Дизайнеры большие молодцы. Они здесь применили уникальный, ну и очень простой прием, когда вензель расположили вертикально. И вот эту красивую терракотовую кружевную полосу у Клоленьки тоже вертикально. Да. И вы будете зрительно увеличивать высоту потолков. Если вы текстильные гурманы, и вам понравился главный цвет года. Он применен немножечко в видоизмененном таком варианте, больше в черничном, и применен на графитовом варианте нашего специального предложения. Здесь у нас стиль модерн, разбросаны по всему полотну потрясающие пионы. Ну и каждый цвет отличается индивидуальным подходом. Розовый снимает агрессию, отлично подходит для детских комнат, для женских будуаров. Здесь у нас флорентийский вензель, густая драпировка, и вся эта красота на качественном полисатине. Это материал, который будет служить вам больше 10 лет, прочный, крепкий и добротный. Да, а вот этот цвет называется в заказе белый, на белом фоне у нас распустившаяся сирень. Заказывайте сейчас, добавляйте тюль, лючи, я сразу хочу показать вам.
Вау, посмотрите, воздушный тюль, 999 рублей, заказывайте сейчас, добавляйте в свою корзину заказа. День одной цены, у нас все товары в этом часе за 1499 рублей. Заказывая сейчас, оплачивайте сразу банковской картой, получаете 5% скидку на весь заказ. Это выгодно, это очень удобно. Заказывайте, мне нравится коричневый цвет, шоколадка, кофе, какой приятный, теплый, да, оттенок. А это молочный. Молочный. У кого мало света в доме, кто хочет свежести, берите молочный, розовый, ну какой же он приятный, действительно такой, знаешь, вот освежающий, белый, белый и сирень, чудо. Возьмите в разные комнаты несколько комплектов и получайте экономию максимальной. Ну и опять же мы возвращаемся с вами к бежевому цвету. Скажи, Юля, как дизайнер, дай нам совет. Да, Олечка, шторы на лето должны быть особенными, конечно же, легкими, но при этом мы понимаем, что если особенно у дороги, да, пыль летит в окна, это летний период, поэтому надо защищаться. Поэтому я выбираю полисатин, на нем не осаживается так пыль, как на других материалах, вам всегда будет легко постирать, и при этом вы не будете переживать, что что-то случится с материалом после того, как вы используете, и после машинки, и там нескольких лет использования, потому что это тонкое, но очень прочное сатиновое полотно из полиэфирной нити, да. Вот так звучит качество на Шоп-н-Шоу. Очень хорошие качественные двойные швы, не пойдет волной краешек, то есть ваше окно будет выглядеть безупречно. Ну и плюс, конечно же, плотность закроет солнечный свет, что очень важно, потому что шторы для спальни должны закрывать солнышко на целых 60%. Идеально. Как ухаживать правильно? Правильно ухаживаем в машинке на режиме 30 градусов. Шторы универсальны по использованию. Это и спальня, и гостиная. В гостиной больше дизайн, в спальне плотность полотна, в детском хорошо, что не запыляется. Везде они, наши шторы, молодцы, везде какая-то их функция, да, помогает нам существовать в доме комфортно. Кухня, дача, пожалуйста, в дереве, в необработанных стенах шикарно смотрится. Вообще в интерьер встраивать легко. Напоминаем, это графитовый цвет, но с сапфировыми нотами, это коричневый цвет. И плюс ко всему у нас есть еще несколько оттенков светлых. Это молочный, мне он очень нравится. Есть у нас также еще и розовый цвет. И выбирая сегодня, вы экономите, цена всего 1499 рублей за два полотна. Цвет белый вы сейчас видите на экране и бежевый. Сделайте свою первую покупку и украсьте свой дом. Действуйте!